сестры Старка. Джарвис, что мне делать? Второй тепловой след обладает несколькими источниками, расположенными вокруг Большого Центра. Полагаю, это, вероятно, и есть массивное сосредоточение инициирующих ядер. Вероятно, все они хранятся в одном месте. Возможно, в каком-то здании. Поняла. Рядом должен быть ящик с оборудованием. Бешеный пес 2. Ты кого-нибудь видишь? У меня все чисто! Я уже видела такой знак. Пользуйтесь этим каналом только если найдете цели. Это в память о тех, кто отдал свою жизнь за сопротивление. Они были здесь. Знаю, знаю. Нет. Найден тайник в секторе 12. Изучаю. Полагаю, доктор Беннер переживает утрату нашего дорогого капитана, мисс Хан. Судя по записям в дневнике доктора, он вернулся на Химеру, чтобы расследовать произошедшее в День Мстителей. Однако последующая череда неудач привела его в ярость. Ну, конечно. Брюс винит себя. То же самое можно сказать и об остальных, мисс Хан. Кто-то еще чувствует, как земля дрожит? Это то, что я думаю. Thank you.
Надеюсь, к тому, какому надо. Здесь нет ядер! Сожгли ядро. Хотят уничтожить как можно больше. Мне эти ребята не похожи на обычные железяки. Thank you.
Мы уже осмотрели всю эту пустыню. Но и этого мало. Я что, одна? Что? Где остальные нелюди? Почему они не дают отпор? Я не... Я видела символы сопротивления, знаю слухи о восстании, но никого нет! Я не чувствую болезни. Я полна сил, как никогда. Но вдруг я больна. Я хорошо понимаю тебя. Эти силы теперь стали частью нас. Знаю только одно. Гораздо разумнее их просто принять. Ну, или вроде того. Мой папа тоже такой. Значит, он умен. Еще как. Пора вернуться на Химеру. Так. Всем не с места! Да ладно. Старик и ребенок. Старик? Ладно. Доктор Пим вас примет. Док... Хэнк Пим? С ума сойти.